Здравствуйте, меня зовут Яна Скворцова, я приветствую вас на своем канале Мода HD, мой канал о моде, красоте, также об умном шопинге. Я приветствую вас в городе Падуя на одной из самых больших и самых красивых площадей Европы, это Прато де ла Валле. Сегодня я покажу вам часть этого города, потому что мы оказались здесь по делам, сегодня мы забираем наши виды на жительство. И хочу сказать, что город Падуя – это город трех без. Город святого без имени и Сан-Антонио, соответственно, когда говорят просто святой на итальянском, имеют в виду Сан-Антонио, и здесь находится один из самых больших храмов, церквей, наверное, будет корректно сказать, посвященных, выстроенных в честь Сан-Антонио. Соответственно, это собор Сан-Антонио, он самый большой собор для этого святого построенный. Сюда приезжает очень много паломников, которые приезжают на паломничество к мощам именно этого святого. Это также площадь без травы, точнее не площадь, а луг без травы, именно так переводится название Прато де ла Валле, на котором сейчас я нахожусь. Наполеон, когда завоевал Европу и был в Падуе, он выстроил свое войско на этой площади, чтобы показать, насколько оно большое, потому что площадь на самом деле огромна. Она сейчас не производит такого впечатления, прежде всего потому, что пущены машины, за моей спиной это очень хорошо видно, но раньше это все была площадь, здесь не было проезжей части, это была фруктовая рыночная площадь, каких много в городах, в итальянских городах и, в общем-то, в европейских городах. Везде есть рыночная площадь. Это также город кафе без дверей, потому как это знаменитое кафе Педрокки, которое находится напротив одного из старейших университетов тоже Европы, это Падуанский университет. И, соответственно, двери там никогда не закрывались, потому как студенты постоянно там были. И, соответственно, это кафе получило тоже такое вот название кафе без дверей. Кафе сегодня я вам не покажу, обязательно покажу его в другой раз, но мы находимся, скажем так, в самой исторической, несколько в другой части Пады. Приглашаю вас с собой на прогулку, надеюсь, что город вам очень понравится, мне лично он очень нравится, он очень характерный, он очень красивый. Ну что ж, пойдемте.